Результаты, конечно, очень потрудились. И учились в массе неплохо, и соревнования прошли у вас на уровне. Но сегодня вы повеселитесь. Пока мы с вами поджидаем чай, мы будем проводить разные конкурсы. Согласны? Да. Согласны, чтобы не терять время. И первый наш конкурс, все-таки Новый год, это что-то должно быть неожиданное, сюрпризы, веселое что-то. Типа блеф-клуб. У нас сейчас импровизированный блеф-клуб. Готовила этот конкурс Дина. Она сейчас сама жизнь не стала будет проводить. Да? Зина пройдет, а все слушают. Ну, я смотрю, вас так увлекла эта почта, я даже не ожидала. Все пишет и пишет, пишет. Вот что значит полурока русского не провели сегодня. Итак, Зина проведет сейчас в отпуске блеф-клуб. Каждому столу она будет задавать вопрос. Тихо, ребят, мы не слышим Зину. А совещаться можно? Снимите меня. Верите ли вы, что баскетбол появился в России? Нет. Нет, ну кто-нибудь? Я нет. Учителям появилось, поверьте. Макс, слышим. Нет, я юная. Пресс на стол, а там разыграю. Это правильно? А где появился баскетбол? Можно скажу, пожалуйста? Поменьше. У меня развлечение молодых женщин в Корее. Прыжки на досках. Подождите, как они прыгают? Кто-то резво прыгивает на один конец, та, что стоит на другом конце, взлетает. Я верю. Когда она опускается, взлетает вверх. Так, девочки сказали, что не верят. На самом деле они таким образом прыгают. Так, ну что ж, дальше. Сказали пока громче, пожалуйста. Верите ли вы, что Ливан не был 84?
И последний вопрос столу. Так? Говори. Да. Юля, Катя и Алексей. А все смотрим, как они танцуют. Как, до какого? Кто первый назовет? О, есть, после скрипения, моя любимая песня. Ну, включай. Давай. Подожди, музыку не нажила. Я же удивительно, что здесь ты, пожалуйста.
Чуть-чуть. Лежу я
к железу. Сначала надо отгадать, потом переставить букву, и получишь суп полезный. Ой, пять яблок между... Это и что, где, когда? Да. Компот сделайте с ним. Надо сделать компот. Там было. Самая интеллектуальная передача смотрит. А я слышу, я не смотрела. Правильно. И ты по нему получаешь жетон. Ничего себе. Я тебе увидите, пожалуйста. Я тебе по нему. Смотрим. На окружку. А что там нужно делать? Что ты понимаешь, руку? Ты даже не знаешь, что делать. Итак, Владик, слушаем тебя. Здесь надо составить по три буквы. Так. По три буквы. Ну вот, четыре слова. Так, то есть будем так, от стола к столу. И на каком столе закончим, где победили. Начинай, покруг, пошли. Сок. Так, сок, дальше. А может, суд? Вы суд, второй как? Стол, да? Суд, суд. Ты проверяешь, чтобы все было правильно. Суд, суд, доска. А? Доска. Три буквы. А. Ну хорошо, можно я пока суд, доска. Суд, я составил слово. Сказали вам. Суд. Суд. Не кричи, за. Слушайте внимательно. Подождите, пожалуйста. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Будьте добры. Учились в этом году. Участвовали в первых ваших соревнованиях. За это вам полагаются подарки. Но вы должны загадки отгадать еще. Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает. Снег? Правильно. То есть все загадки, если отгадываем, то получаем призы. Да, с Новым годом тебя. Дальше. Сидит на заборе, будильник живой, на славу сработан завод часовой. Петух. Почему ты на первый класс? Всем хватит. Все, когда весь класс получает подарки. Я тоже себя оставил. Сейчас все за класс, а не за себя. Бегут по просеке, задрав носики. Кто это? Зайцы. Нет. Это ручеёк? Нет. Можно? Давай. Может, ёжик? Нет. Думаем, думаем. Нет. А кто был? Кто бежит? Бегут бежит по просеке, задрав носики. Нет. Свиньи? Нет. Если они бегут. Осы? Нет. Пурга? Нет. Привет. Медведь. А я тоже буду участвовать за свой класс. Правда? Есть ответы? Нет. Лыжи. Лыжи. Лыжи бегут по просеке, задрав носики. Подождите, вы сейчас Надежде Владимировне тогда подарок заодно просите. Она так красивая. Попросилась на свою голову. С Новым годом вас тоже. Раз отгадали. Ну, это праздник. Ну, сам праздник. Зимой и летом одним цветом. Ёлка! Можно ёлка? Ёлка. Вы раз все отгадали, получаете. Все получают. Yeah.
дом забыл. Тащит по жребию. Можно? Нет, 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 все мечтали. Откуда вы знаете, что это один из номеров? Потому что бежали номера. Я не знаю, если я делал колес. Я супер-ёлочка! А кому? Всем видно? Сеня!
Не то слово, но уроков сидеть не могли сейчас. Очень смешно. Лишил главное, прочтет Устья. Так, пожалуйста. Подожди, Мара даже не слышит. И что-то поджигает тут. Она зажглась. Так. Единицу да, да, совершенно верно. Я принесу журнал и сейчас отмечу вас в поведении. Так, Ваня, эта задача как раз для тебя. Пожалуйста. Справа через рог идет футбольное поле, окруженное ровом, шириной 3 метра. Как перебравшись на четырехугольное поле, если... Имеется две доски, длиной каждые 3 метра. Ни гвоздя, ни молотка. Ни гвоздя, ни молотка нет. Да, нет. Пожалуйста, вот поле. Собачке надо перебраться на это поле. Но поле окружено трехметровым по ширине рвом. Есть только две доски. Но длина этих досок по 3 метра, то есть так положить нельзя. Провалится. Как нужно положить? Что? Никто не кричит, вижу. Надо будет просто подойти и показать, как положить доски, чтобы собачка легко могла перейти. Сели все. Я видела, кто первый подняла руку. Юля. Я первый. Может быть, все на этом и кончится. А подожди, а здесь она провалится, это вода такая коричневая, грязная, зловонная. Ух, там пирались. Так, прошу. Я пришла. Ой, я пришла. Опять то же самое. Почему? Здесь ничего нет. Каким образом будет доска держаться там? Я не могу, пожалуйста, придумал. Все вот так. Спасибо. Ни гвоздей, ни молотков. Ни гвоздей, ни молотков, ни веревок, ничего. Правильно. Вот. Вот таким образом буквой Т. Бедный Бобик. Бедный Бобик. Молодец. Хорошо. И следующий конкурс. Молодец, Костя, с конфетами. Так, набрали терпение. А что там? Конечно, Костя. А у него
Всем пока. До свидания, Надежда Владимировна. Поменьше нету косыночки. Я домой. Костя, ты ножницами сейчас кому-нибудь себе попробуй. Итак, задача. Я вот его не знаю.